В преддверии ключевого события недели – выборов президента США – евро-доллар демонстрировал на вчерашних торгах довольно волатильную динамику в пределах узкого ценового диапазона. В начале европейской сессии на фоне комментариев премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страна пока не собирается обращаться в ЕС за финансовой помощью, пара достигла минимального уровня на отметке 1.2763. Однако здесь нисходящий импульс был утрачен, и пара развернулась на подъем, несмотря на достаточно слабые данные по деловой активности в секторе услуг региона. Особых причин для роста у валюты не наблюдалось. Источником волатильности оставались американские выборы и неопределенность перспектив, связанная с их результатами. Тем не менее, евро-доллар достиг на подъеме ценовой уровень 1.2826, после чего вновь развернулся на снижение. К исходу торгов пара вернулась к уровням открытия дня, завершив американскую сессию на отметке 1.2805. В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление коррекционного подъема пары в направлении ценовых уровней 1.2874, 1.29 и, возможно, 1.2920. В этой зоне ожидаем завершения подъема и разворот пары на снижение к целевым уровням 1.2825 и 1.28. Если валюте удастся преодолеть этот уровень, снижение продолжится к следующим целям 1.2763, 1.2747 и 1.27.